Расстояние – не помеха. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая в преддверии Нового года исполнила желание двух камчатских ребят. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие! С наступающим Новым годом! Какие вы красивые! Дома вы совсем другие! Парламентария и камчатскую семью объединило сложное испытание. В начале года у 10-летней Полины обнаружили злокачественную опухоль, которая разрасталась быстрыми темпами. Когда отчет жизни пошел на дни, мама Полины обратилась к депутату. Елена Яровая сразу организовала транспортировку и договорилась о выделении места в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. За полгода Полина прошла 6 сеансов химиотерапии. В июле семья вернулась домой в Вилючинск. Сейчас каждый месяц девочка проходит компьютерную томографию и сдает анализы. Лежали, обследовались, все под контролем. А повторная операция уже прошли. Да, ну мы оперировались, и все нормально. Учимся, школу закончили на пятерке. На пятерке все, да, музыкальные. Очень рады, мы всегда, между прочим, вас вспоминаем. Я всегда вас тоже помню. Полечка, ну смотри, ты хотела тигренка, ну вот мы попытались найти самого симпатичного. Живем, радуемся благодаря вам. Очень счастливы, что она нас не забыла. Она нас помнит. Она прошла с нами через такой тяжелый путь. Просто удивительно. Удивительный человек. Мы ее очень любим. Ирина Анатольевна, она сделала много. Она дала ей возможность выжить. И, конечно, здорово, что человек еще параллельно вот занимается таким благим делом и не оставляет вот это вообще. Подарки от вице-спикера получил и 6-летний Владик, которому Ирина Яровая также помогла справиться с тяжелой болезнью. Сейчас вместе с семьей он гостит у бабушки в Белгороде. Посмотри, какой подарок. Вот, конечно. Дед Мороз и Снегурочка сказали, что Владик такой замечательный. Конечно, все желания исполним. Стужу я не замерзаю, а весна придет, растаю. Будем петь мы и плясать, возле елки танцевать. Замечательно. Ну вот, и стишок. Замечательно. Смотри, что здесь. О, сколько тут копилки. О, офигеть. А Ирине Анатольевне покажи. Посмотри, сколько тут копилков. Конечно, да. Мы старались. Мы старались. Я же тебе говорю, мы с Дедушкой Морозом и Снегурочкой старались. Загаданное детьми Деду Морозу желание депутат исполнила с большой радостью. Поздравление прошло в дистанционном, но абсолютно реалистичном общении. Ирина Яровая пожелала ребятам здоровья, счастья, вдохновения и исполнения новых желаний. Я вас поздравляю от всего сердца. Желаю счастья и здоровья. Всего доброго. Я жду от тебя видео, когда ты соберешь. Хорошо? Договорились. Пока. Лейсан Латыпова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка».